Итак, всем привет! С вами Андрей Остапов. И я приглашаю начало финальной стадии конкурса финальной 2019 года. В течение всего сезона многие болельщики пытались реализовывать цветовые сплошные удары. У кого-то это получалось хорошо, у кого-то не очень. Кто-то вышел в финал соревнований и поборется за главный приз года. Планшетный компьютер F2 от генерального партнера проекта компании Gemini. Представляю тренер, который сегодня будет пытаться отражать эти цветовые сплошные удары. Это небольшая разработка у Романа, он стал директором тайма, в котором есть вероятность, что он уже будет даже выйти на поле, и потом, конец, вот такой вопрос. Ну что ж, начнем. Итак, первый участник — это Сергей Давай еще.
Я говорю, что замена. И не стыдятся, что будет следующая. А, давай. Он стоит с травмой, Николай подходит к точке.